Ленинградский зоопарк едва не лишился редких хищных птиц. Сегодня стало известно, что несколько суток назад кто-то ночью проник на территорию зверинца и перерезал стальную сетку в 5 вольерах. Степные орлы, беркуты, черные грифы могли оказаться на свободе совершенно к этому не готовы. Птицы, по мнению орнитологов, просто бы погибли. В зоопарке до сих пор не могут понять, кто и с какой целью это и сделал. Ведь сетку разрезали очень аккуратно, по краям ее даже загнули, чтобы птицы не поранились, улетая. Вероятно, ночные посетители считали себя настоящими любителями животных. Но не все специалисты с этим согласны. Когда меня спрашивают, это может быть защитники животных, да никогда в жизни. Защитники животных – это умные, грамотные специалисты, которые занимаются нормальными, правильными делами. Точно так же и Гринпис. А это какие-то, ну, просто вот дилетантство какое-то на уровне детского сада, совершенно бездумное. К слову, орлы и грифы улететь даже не попытались. В этой части зоопарка есть камеры видеонаблюдения. Сохранилась запись, но изображение слишком темное. Фонари там не горят. Дело в том, что хищным птицам нужен особый световой режим. Нарушители, по словам сотрудников зоопарка, неплохо маскировались. Они разрезали сетку, прячась за деревьями. Теперь крылатым хищникам будут полностью менять вольер.